Совсем скоро в Великий Новгород начнут съезжаться участники финала Кубка России по фигурному катанию. Сами фигуристы, тренеры, судьи, будут и гости из других городов. Готовы ли новгородские гостиницы к мини-олимпиаде, узнала Наталья Хмелева. До начала финала Кубка России по фигурному катанию считанные дни. Подготовка еще продолжается, но уже выходит на финишную прямую. Готова арена, готовы волонтеры, а теперь и гостиницы. Кстати, где размещаться, спортсмены выбирают не сами. Они получают информацию на сайте Федерации, делают бронирование в гостиницу, приезжают, а мы предоставляем им комфортные условия размещения, здоровую спортивную еду. Меню для каждой группы спортсменов свое, в соответствии с требованиями диетологов и специалистов по питанию. Фигуристы любят рыбу, так что их ожидает лосось. А еще чистые номера с техникой, ванной, средствами личной гигиены. Все по правилам. Всего здесь ожидают принять более 150 гостей. И даже если все приедут одновременно, у персонала есть секретное оружие. У нас разработана методика быстрой регистрации. То есть группу в количестве более 100 человек мы размещаем за 10-15 минут. Конечно, готовят номера люкс для судей. Спортсменов, в том числе и звездных фигуристов, ждут не менее уютные, но более скромные номера. Именитые гости перед соревнованиями делают ставку не на роскошь, а на комфорт. Вот в таком стандартном номере будут жить спортсмены. Все обычное – телевизор, телефон, холодильник, Wi-Fi. Особенное требование – удобные постели и тишина. В этом помогут стеклопакеты, ну и то, что на время мероприятия других гостей в гостинице не будет. Готовятся их к приезду зрителей. Часть номеров в этой гостинице уже забронирована. Ожидают 20-30 человек, главным образом из Москвы и Санкт-Петербурга. Будущие апартаменты подготовлены, гостей просят в номерах не курить. По правилам не положено. Нужно помнить и еще кое о чем. Мы хотим сразу предупредить гостей о том, что расчетный час во многих гостиницах 12 часов дня. И если гости заезжают рано-рано, мы тоже рады будем их разместить и до расчетного часа. Но обязательно надо предупредить гостей о своем раннем приезде. Кстати, ограничиваться спортивной программой гостям не обязательно. Ведь в нашем городе есть что посмотреть в любое время года. Музеи и экскурсии работают в штатном режиме. Если же времени совсем мало, есть запасной вариант. Аудиогид в целом где-то на час. Причем он на 5 языках, то есть можно взять и быстренько просмотреть, ну, просто прогуляться по Кремлю. Подводя итог, скажем, что город к финалу Кубка России подготовился. Залит лед по спецрецепту, отрепетирован сбор игрушек и цветочная церемония. Звукорежиссер наготове. Остается дождаться открытия и болеть за любимых спортсменов. Наталья Хмелева, Олег Федоров, новости. Новгородское областное телевидение.